Спустя четверть века в Тульской области могут возродить клуб летчиков-космонавтов. Ранее он располагался в Щекинском районе, но после распада СССР в 1993 году его закрыли. С инициативой возрождения клуба выступил российский космонавт Сергей Залетин на встрече с губернатором Тульской области. Он отметил, что такой клуб поможет в патриотическом воспитании молодежи, плюс те, кто планирует стать летчиком или космонавтом, еще в юном возрасте смогут познать азы летного искусства. Алексей Дюмин идею одобрил, однако отметил, что надо конкретизировать проект. В нем должно быть прописано, на какой территории можно расположить клуб, в каком помещении будут заниматься дети, какие нужны тренажеры и так далее. Также глава региона отметил, что какие-то денежные средства на реализацию проекта сможет выделить область, но все равно нужно будет искать инвесторов. На разработку проекта губернатор дал 1 месяц.